эффектнейший удар и гол! 1-0! Фантастический гол Виза! Алексей Мохов! Алексей Мохов выводит Виз вперед! Вот сейчас игра обострится максимально! Посмотрим, как это было. Все-таки толком-то сам-то гол мы не увидели. Удар-то Мохова, понятно, был эффектнейшим. А вот куда попал? Похоже, в ближний угол. Похоже, в ближний угол. И оплошал здесь Попов. Раз ближний угол, значит, все-таки гол вратарский. Но здесь очень сложно было что-то противопоставить. Вот как раз таких нестандартных ходов в действиях обеих команд было сегодня совсем немного.